Красноармейском районе завершены работы по ликвидации африканской чумы свиней. В первую угрожаемую зону, где риск распространения вируса наиболее высок, попала территория райцентра. По ветеринарным нормам все поголовье животных, а это 641 голова, было изъято у населения и уничтожено на спецполигоне путем сожжения. Владельцам выплачены субсидии, но заниматься свиноводством им запрещено в течение года. В рамках карантинных мероприятий на территории всего муниципального района запрещены реализация свиней и мясо свинины, проведение ярмарок и выставок, связанных с перемещением свиней, закупка свиней и их вывоз за пределы угрожаемой зоны. По распоряжению губернатора работа ветеринарных постов на въездах в село продлится до декабря. Мы как бы призываем, как управление Россельхознадзора говорит о том, что нужно соблюдать правила содержания животных. Это при закупке только с благополучных территорий, откуда где закупается поголовье. А также, чтобы эти все головы были сопровождены только сопроводительными ветеринарными документами, которые как бы говорят о том, что данное поголовье здоровое.